У большинства жителей Куйбышевского района одна управляющая компания. Менять ее не хотят, но думают, не заключить ли новый договор, модельный. У людей много вопросов, но одно уже понятно – модельный договор – отношения на равных. Сейчас управляющая компания часто работает в своих интересах, ставит размытые условия и трактует их как хочет. Модельный договор лишает ее этой возможности. В нем детально прописаны обязанности каждой стороны. Многие даже не знают о том, что какие-то работы должна выполнять управляющая организация. Например, мытье лестничных клеток. Многие собственники думают, что управляющая организация не обязана это делать, и, как правило, в договорах данный пункт работ вообще отсутствует. В модельном договоре перечислят все, что должна делать управляющая компания. И уклониться от выполнения этой работы не получится. Это будет нарушением условий договора. Еще одно достоинство таких отношений – внятность. Договор рассчитан на обычных людей, без специального юридического образования. Не каждый у нас юрист, экономист, да, бухгалтер, технический сотрудник. Соответственно, вот в модельном договоре как раз прописана форма отчетности, где четко прописано, какой вид работы, стоимость его, соответственно, и нам удобно отчитываться, и жители видят вот эту прозрачность. Модельный не значит шаблонный. Договор будут заключать индивидуально, учитывая специфику конкретного дома, района и, в конце концов, каждого человека. От любой услуги можно отказаться или заменить на реально необходимую. Утверждают модельный договор на общем собрании собственников. Заключать его или нет, жители Куйбышевского района решат сами. Артем Устинов, Василий Колдашов. События.